У меня ребенок заболел, что ли? А чего она спит здесь? Маргош, поедем искать подарочки для Маргариты. Она еще не знает, я ей ничего не сказала. Где, например, на компьютере я закупила. Ой, я закрываю, так пока! Тут все синее, я синяя. I'm blue, рамули, бабу, блай. Покажи. Нормально у тебя получается тыковка. Вон у тебя сколько тыковок. Возьми любую и снес, рисовывай. Ксюша пришла. Бонни, нельзя. Бонни, нельзя. Бонни. Бонни. Так, я влог домонтировала, сейчас буду загружать. Так, сейчас уже 3 часа, а я только влог смонтировала. Поздновато, поздновато. Как дела? Она немножечко злится в то, что у нее не получается рисовать. Да? Ну, когда у тебя что-то не получается, ты тоже на других злишься. Как будто другие в этом виноваты. Правильно? У меня ребенок заболел, что ли? У меня горло болит. Правда? Маргарита где? Там. Где там? Я ее потеряла. Эля Фофа? Эля Фофа? Софа, она говорит, Фофа? А чего она спит здесь? Маргош? Маргарита? Тебе не холодно? Марго? Приболела что-то совсем. Бонни, не мешай. Тебе не холодно? Давай я тебя укрою. Температуры нет? Нет. Ты зачем юбку со штанами надела? Это красиво? Мама, ты! Это мотик! Модная, это новая мода, да? Джинсы, юбка. Мама, ты! Да. Так, мы решили это пойти немножечко покататься. Мама, ты! Вот там не тепло, не знаю. У меня батарейка садится. Они там ищут букашек каких-то, улиток. Нашли себе занятие. Покажи. Покажи. Давай, кто там? Это улиточки маленькие. И там есть, смотри. О, боже. Там зачем огром... они вам нужны? Там огромные. Да. Пойдем еще. Так, мы с Ксюшей поехали. Папа нас отвезет в магазин. Поедем искать подарочки для Маргариты. А если она тут влог или что-то? Нет, влог она не смотрит. Если... Она не смотрит влоги, нет. А если посмотрит? Не посмотрит. Если да. Нет, заблокируем ее. Она не смотрела. Смотрим, может быть, что-нибудь найдем. Маски обязательно. Да. Мам, но она никак не защищает. Ну, она не защищает, там же написано, что эту маску не носите, если ты болеешь. А я не болею. Или кто-то болеет, потому что через нее вирус пройдет. Понятно? А если я 2 маски надену? Да 3 надень хоть. Ну это просто облом. Поехали, говорю, в этот в торговый центр, он закрыт до 7 часов. То есть открыт он был до 7 часов. Представляете, поехали, доехали. Не, вообще раньше в среду и в пятницу всегда было открыто до 9. Всегда. Сейчас они опять, они постоянно вот с этой короной. Они меняют, да, они меняют расписание, то до 5, то до 7, то там, не знаю, до 8. И, в общем, сегодня только до 7, в пятницу до 9, поэтому мы поедем в пятницу. А сейчас я хочу сделать Ксюше сюрприз. Я хочу купить ей билет на концерт Билли Айлиш. То есть, ну, это не живой, конечно, ну, это живой концерт, но он будет онлайн. Ага, я думала, а кто ее туда повезет? Нет, кто с ней поедет? В общем, здесь на сайте, ну, она всегда на своей страничке в Инстаграм она рекламирует, вход, ну, как билет стоит $30. И тебе дают доступ к ее концерту. И она будет петь вживую, только, ну, на камеру. И получается, если ты купишь билет, то ты попадешь на этот. Она еще не знает, я ей ничего не сказала. Где, например, на компьютере? Да, да. Ты покупаешь, тебе дают код специальный. Когда начнется концерт, ты вписываешь этот код, который у тебя есть, и ты
входишь в этот концерт и слушаешь, как она будет петь. Короче, ну, вживую она будет петь, не то, что там запись какая-то вживую. И она у меня вот, она уже несколько дней, даже не то, что она уже неделями, наверное, меня уже просит, вот, ну, как она мне показывает, что вот концерт, концерт, плюс тебе еще дают доступ к ее магазину, в котором будут продавать вещи в маленьком количестве. Короче, как она называется? Limited edition. Да, 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 вот эксклюзив мерч. В общем, там какой-то мерч будет продаваться. И это тоже вход не для всех, это только для тех, кто купил билеты. Вот. И еще здесь на 24 часа они тебе дадут, короче, ну, в общем, онлайн пройдет концерт, да. И плюс 24 часа целый день ты будешь иметь доступ к этому концерту, к записи. Значит, ты можешь как бы еще раз прослушать. Вот. И я считаю, что $30 это недорого. А то есть... Да. И только она может смотреть? Ну, не, ну имеется в виду тоже, конечно. Просто у нее будет доступ в компьютере. Конечно, ты тоже можешь подойти и смотреть. Мы тоже можем купить один билет. В общем, здесь только можно оплатить с кредитной картой. А у меня только PayPal. И придется ждать папу. Ладно, подождем. Давай заканчивай. Сколько время уже? Время уже 9 почти. Ну, Ксюша играет. А в арту есть тоже. Долго еще? Нет. С кем ты играешь? Где? С одноклассниками? Ходи. Да. Ты купила? Это так круто выглядит. Давай. Так не сходила вживую, но хоть так вот посмотришь. Папи, Васиш! Смотри. Ой, хочу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, я закрываю так. Пока! Так закрываю, так я с чем не закрываю. Не наколай. Не супротатил. Это дырка? Назови. Я сейчас буду выбирать, что надену завтра. Так, что мы наденем? Тут все синее, я синяя. I'm blue, da bully, ba bubla. Да. Моя любимая кофточка. Марго. Гутенахт. Гутенахт. Давай телефон, кидай сюда. Ты его завтра в этом пойдешь? Вот в этом всем. Макси. Да, ты что? Вот это все ты завтра наденешь. Вот эту толстовку сверху, эту сверху, куртку сверху, эту. Угу. Маргарита, давай, ты будешь это... Немножечко в порядке. Мира. Мы локом чекать это, но она молит. Тома. Возьми мишку. Тома. Скидай мне колозито. Дед, камера и долго. А? Дед, камера и долго. Давай. Что, не на глаз, что ли? У него тут камера наблюдает. Да. Ладно, все. Спокойной ночи. Кита свой телефон улил. А эти двое бегают с телефоном. Не, Макс, я не буду в догонялки играть. Каролина, ты в лесу спряталась? Все, давайте. Быстро.